Гилевская роща станет местом для активного семейного отдыха как летнего, так и зимнего. Ход реконструкции Тюменского парка лично оценил губернатор Владимир Якушев. Глава региона прошелся по пешеходным дорожкам, построенному мосту, осмотрел, как идет благоустройство территории, укрепление берегов ручья. И акцентировал внимание заказчика и подрядчика на спортивных сооружениях. Судя по тому, какой сегодня есть запрос на активный отдых, на то, чтобы можно было на хорошей территории прогуляться, пробежаться, проехать на велосипеде, мне кажется, сегодня запрос просто огромный в городе. Самое главное, что здесь должна быть создана инфраструктура, которая будет работать как в зимний, так и в летний период, и чтобы максимально эта территория могла как раз быть задействована для вот такого активного отдыха. Около 50% от запланированного объема работ уже выполнено. В ближайшее время начнут монтаж фонарей и 290 камер видеонаблюдения. По контракту работы должны быть завершены в ноябре этого года. Однако подрядная организация обещает закончить все уже в октябре.